Считанные дни остались до возвращения в Верхневолжье большого футбола. 5 августа футбольный клуб «Тверь» сыграет первый официальный матч в своей истории. В рамках розыгрыша Кубка России подопечный Вадима Гаранина встретится с петербургской «Звездой». В настоящее время наша команда продолжает подготовку к сезону. На тренировке, прошедшей утром в пятницу, побывала съемочная группа нашего телеканала. Максимальная сосредоточенность и желание показать все, на что способен. Пожалуй, именно это читалось на лицах большинства игроков футбольного клуба «Тверь», которые принимали участие в тренировке на стадионе имени Вакжанова. До начала нового футбольного сезона остается все меньше времени. Свой первый матч вновь созданная команда проведет уже в ближайшую среду. Настрой в преддверии кубкового матча со «Звездой» Санкт-Петербурга и сезона в целом поделился со съемочной группой нашего телеканала главный тренер команды Вадим Гаранин, самый что ни на есть боевой. Все, что мы здесь делаем, это для болельщиков. Безусловно, это должно помогать. Не только игру 5 числа ждем, весь чемпионат ждем с огромным нетерпением, с огромным желанием. Погода футбольная помогает нам в этом. Мы, опять-таки, не хотим красивых слов говорить, но, безусловно, очень хочется радовать наших болельщиков. Поводов для оптимизма у наставника тверской команды действительно много. В 5 проведенных в рамках предсезонной подготовки товарищеских матчах клуб не потерпел ни одного поражения, 3 ничьи и 2 победы. И это при том, что в соперниках у тверитян были отнюдь не аутсайдеры, а клуб «Балтика» так и вовсе представляет второй по значимости футбольный дивизион страны. С командой из Калининграда подопечные Вадима Гаранина сыграли ничью 1-1. У тверского клуба гол на счету Никиты Фросинюка. Из-за небольшого повреждения, полученного в одном из контрольных матчей, нападающий занимается индивидуально. Тем не менее, игрок надеется принять участие в первой встрече сезона. В команде атмосфера очень отличная, все боевые готовы уже с нетерпением. Большой перерыв на карантин был, вот это немного подбило. Ну, команда собралась, все ребята отличные, все хорошо общаются, все отлично у нас в команде. О задачах на грядущий сезон в футбольном клубе «Тверь» пока говорят достаточно осторожно. Главное – показать хорошую игру для своих болельщиков. Примерно так можно описать общий посыл тренерского штаба и руководства коллектива. К слову, возможность как следует рассмотреть новую городскую команду у тверских поклонников футбола будет сразу же на старте сезона. Первые 3 игры в профессиональной футбольной лиге футбольный клуб «Тверь» проведет в родных стенах. Вадим Гаранин считает это добрым знаком, однако многое будет зависеть и от самих игроков, говорит рулевой тверитян. Мы требуем определенные детали, но соперник тоже требует эти детали. И соперники тренируются, и говорит, что мы сейчас как готовы, я так не скажу. Безусловно, мы надеемся, что мы в хорошем состоянии подойдем. Итак, свой первый официальный матч футбольный клуб «Тверь» проведет в среду 5 августа на стадионе «Юность». Как сообщают в пресс-службе коллектива, о времени начала кубковой встречи и других подробностях поединка будет сообщено в ближайшее время. А уже 9 августа коллектив Вадима Гаранина начнет выступление в зоне «Запад» профессиональной футбольной лиги. Тверитяне на своем поле будут принимать «Зенит» из Иркутска.